Перед актом торжественного бракосочетания необходимо заявить, является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным и искренним. Прошу вас, невеста. Да. Прошу вас, жених. Да. Готовы ли вы ответственно относиться к обязанностям молодой семьи? Да. Да. В полном соответствии с законом о браке и о семье объявляю вас мужем и женой. Сойдите, пожалуйста, с ковра. Прошу бракосочетающихся подойти к столу и скрепить ваш семейный союз подписями. Сначала невеста. Пожалуйста, здесь и здесь. Теперь вы здесь и здесь. Марина, минуточку, можно? Прошу свидетелей подойти к столу и расписаться вот здесь и здесь. Случилось что-то? Не, да, Марина, я пропал. Можно сказать, я погиб. Ты погиб? В каком смысле? Мне понравилась посторонняя женщина. Женщина? Что значит понравилось? Что? Значит, она понравилась мне как, ну, женщина. Понимаешь? Вы расписались? Прошу свидетелей пройти на место. Пройдите, пожалуйста. Будьте любезны. Послушай, я волнуюсь, у меня ответственная работа. У меня сегодня 32-й брак по счету. Да? Я 32-й раз волнуюсь. А ты приходишь и, извини меня, какие-то пошлости говоришь. Я еще не все сказал, Марина. Хочешь впереди, барин? А, да. Друзья, прошу в знак взаимности и бесконечной любви друг другу обменяться кольцами. Нет, сначала жених. Семья – это ячейка общества, и в ней с самого начала должен быть порядок. Почему ты ворвался сюда? Я хотел тебя подготовить. Ты что, не мог подождать до вечера? Нет, вечером я должен пойти к ней. Борис, не иди домой. Не трогай меня. И ты меня не трогай. Я приду и сама во всем разберусь. Могу. Ой. Молодые, поздравьте друг друга. Успокойся. Не волнуйся, где твой валидол. Валидол здесь. Возьми себя в руки. Это минутная слабость. Ну, какая минутная? Это март, апрель, май. Это трехмесячная слабость. Я в нее влюбился. Ты? Ты мне не веришь? О! Постой. А ты что с ней? Что? Ну, ты с ней. Что ты имеешь в виду? Да? Не понимаю, что да? Ну, ты с ней... Ты с ней был? Так как можно так... Мари... Был? Не надо так... Грубо... Ну? Неудобно... Конечно, был. Тише. Марина. Какая гадость. Уважаемые товарищи, брак и семья – это прекрасно. Это почти священно. Дорогие молодожены, сегодня в вашей жизни самый светлый и самый радостный день. Будьте счастливы. Прошу всех присоединиться к нашим поздравлениям. Опять на ковре. Ну, товарищи дорогие, сколько можно говорить? Нас много, а ковер один. Сойдите с ковра.
Марина, где мой ферзь? Кто так обращается с вещами? Надо сложить все аккуратно. Жалко. Сломаешь хороший чемодан. А, чемодан. А меня не жалко. Меня надо пожалеть. Я виноват. Меня совесть заела. Где твой галстук? Галстук в чемодане. Это не трогай. Это ты мне подарил. Я не трогаю, я поправляю. Ведь она совсем упала. Только не надо кричать. Я... Все-таки, где мой ферзь? Если бы еще знать, что это такое. Ну, королева. Ты уже ее нашел. Ну, зачем? Не тебя же первая мышь бросает. Что ты говоришь? А я думала, меня первая. Где моя почетная грамота? А была ли она у тебя? Ой. Смотри, не надорвись. Зачем ты ей будешь нужен, надорванной? Держишь фасонный, да? Да, держу. Только не фасонный, а фасон. Сколько лет живешь в Москве, не научился правильно говорить. Эх ты. Русский язык такой богатый. А я человек бедный. Ну, завел. С кем этого не бывает? Устрой себе тихий праздник жизни на стороне. Свои маленькие радости. Но зачем обнародовать? Зачем травмировать мать? И вообще, почему ты ломаешь всю жизнь? Я совсем тебя не понимаю. Не плачется. Мам, давай поговорим, как баба с бабой, а? Ну, были, мам, и будут женщины, которые водят чужих мужей. Ну, вот скажи мне, ну, сколько у тебя в ЗАГСе было разводов? Много. Ну, вот. А у тебя есть я. Я тебя очень люблю. Но если тебе меня одной мало, хочешь, я для тебя рожу ребенка? Кого? Ребеночка. Мам, знаешь, какое счастье забудет о ребенке. Она тебе целиком все займет. Мам, ну понимаешь, каждый день пеленки, распашонки. Ну, мам, ты не только про отца, ты и про меня забудешь. Ну, все на тебя свалится, мам. Ну, ты будешь самой счастливой на свете. Но тебе нет еще 18. Мам, ну ты же сама понимаешь, возраст самый подходящий. А потом ты совершенно не замуж.
Для этого совершенно не обязательно выходить замуж. А потому у тебя этого самого главного нет. Образование. Ну при чем здесь образование? Ты же современная женщина и знаешь, что дипломы для этого тоже не требуют. Наташа, прекрати, что ты несешь! Мам, громче, тебе нужно выпускница. Мам, хочешь ударь меня? Нет, он все-таки подлец и развратник. Он меня предал. Да не все. Подлецы, развратники. И все предают. Уж поверь моему опыту. Встали, встали, встали. Проснулись, встали. Где что? Где соль? За что я тебя полюбила? Человек никогда не может знать, за что. Нет, я точно знаю, за что. Да? За красоту. Меня? Да, тебя. А, за душевную? Нет. За красоту снаружи. Ты же писаный красавец, Борюся. Ты посмотри на себя. У тебя же лицо воина, а глаза... Прекрасные глаза. Да, действительно, у меня вроде глаза... А какой профиль? У тебя же гордый профиль. Профиль я себе не вижу, а может, он гордый. Ольга Васильевна Смирнова, Владимирской губернии, Шуйского уезда и Якиманской волости. Пожалуйста, звоните, будем рады. Так, что у вас? У меня заявление на регистрацию собственного брака. Ваша заместительница категорически... Сергеенко! Что? Который раз вы женитесь? Насколько мне известно, закон не ограничивает число браков. Верно. Ну вот. Но тем не менее, в которой? Восьмой? Простите. Нам уже надоело вас регистрировать и разводить. Вы получаете за это персонально зарплату. А ну-ка, пройдите. Благодарю вас. Извините, у меня просто чисто женский вопрос. Да, пожалуйста. Интересно, вот, а чем вы их берете? Знаете, один древний тип сказал: Вени, Вити, Вице. Что значит пришел, увидел, победил. Почему смешно? Я сказал образно. Нет, я просто вспомнила слова бывшего мудреца. Да, умные были люди. Сергеенко, да? На этот раз как у вас? Марина Петровна, абсолютно, с этой абсолютно. Вот так вот положа руку на сердце. Серьезно? Абсолютно серьезно. Угу. Ну, допустим. Идите к заместительнице, угу. Примут вас. Да-да, большое спасибо. Будьте счастливы. До встречи, Марина Петровна, до свидания. Прошу. Там... До свидания. В порядке живой очереди.
Начальство из себя строишь. Меня в очередь держишь. Правильно делаешь. Прошу. Скажите, пожалуйста, вторая сторона с вашим заявлением согласна? Кто она? Да, а вторая кто? Это ты? Да, я. Ну, Марина, зачем тебе соглашаться или не соглашаться? Я кругом виноват. Ты понимаешь, в чем дело, Марина? Я беру на себя все расходы. Значит так, расходов никаких не будет, ясно? И согласие на развод я тебе не дам. Как это? А так. Марина. В суд обращайся. Нет, подожди. А подожди. Я на одно заседание Извините. Не приду, на другое заседание Марина, не приду. Марина, это непорядочно. И на третье не приду. Мариночка. И все по уважительным причинам. Мариночка. А суд уважительные причины уважает. Ну, имей самолюбие. Ты же хорошо знаешь, что это неприлично. Угу. Я же все равно не могу больше вернуться к тебе. Не ко мне. Ты мне не нужен. А к дочери. Марина! Я же не от нее ушел. А потом, не маленькая моя Наташа. Ей 18 лет. Маленькие могут и без отца, а вот 18 лет. Послушай, что ты здесь делаешь? А, извини. Ты свободен. Да. А ну, не задерживай очередь. Да. Хорошо, ладно. Следующий. А между прочим, Наташа сегодня придет в гости к нам. Лгешь. Не лгешь, а лжешь. Врешь! Запомни, я никогда не вру. Я не имею такой привычку. Следующий. Одну ну, минуточку. Я же спешу, ну сколько подождите, можно ждать? Подождите, пожалуйста. Безобразие. Дорогая наша Мариночка Петровна. Варвара, скажи честно, ты все слышала? Я совершенно случайно, клянусь. Есть путевка. Какая еще путевка? Замечательная путевка. За этими путевками люди убиваются. А это горящая. У Фролова ее зять оперировал женщину, которая сидит на теплоходных путевках. Но Фролова плыть не может. У нее младший внук на шее. Младшая дочь развелась. А эта путевка только в Кижи, только в Ташкент. Варвара, в Ташкент теплоходы не ходят. Там реки нет. Там только одни верблюды. Ну и пусть. Наташенька, рецепт очень простой. Я вас сейчас научу. Значит, нужно взять на кончик ножа немножко соды, немножко соли, цедры, корицы, гвоздики. В общем, все, что у вас есть под рукой. Да, обязательно стакан орехов тертых и три белка. Аккуратненько отделить их от желков и начать взбивать со стаканом сахара. Взбивать. А вы умеете взбивать? Я не ем сладкого. Пожалуйста, ну почему? Ну почему? Это же бесподобно. Я берегу фигуру. Сейчас модно, чтобы позвонки торчали, а живот западал вовнутрь. Надкуси. Ну, папа просит. Ну, да не буду она откусывать. За папу. Это же лизок сама готовит. Ну, не буду. Ну, возьми, деточка моя, возьми. Ну, не хочет ребенок есть, не надо. Не надо его пичкать. Не надо, Борюся. Спой мою эту песню. Ла-ла-ла-ди-да. Ла-да-ла. Нет, не буду. Нет. А? Я, конечно, понимаю вас, Наташенька. Вероятно, любой бы на вашем месте меня бы немножечко ненавидел. Ненависть – сильное чувство. По отношению к вам да. Я испытываю отрицательные эмоции, не более того. А, ага, понятно. Да. С одной стороны, Наташенька, вы, конечно, немножко правы. А с другой стороны, ой,
как бы вам получше все объяснить? С другой стороны, вы тоже, наверное, когда-нибудь влюбитесь, и тогда совсем пропадете. Ну, а пропадая, вы же не спросите у предмета вашего обожания, женат он или там разведен, или вообще неизвестно кто. Спасибо за содержательную беседу и за торт. Пожалуйста. С одной стороны, он, наверное, хорош. А с другой стороны, прощайте. Давай назад, разворачивай! Ну, скорее, скорее! Стой! Натали! Натали! Шагай сюда, подвезем! Держись, старик! Приближайся, не бойся! Никогда в жизни такого больше не увидишь! Прошу, мадемуазель! Вот на этом драндулить? Детка, на Западе все миллионеры. Держи. Ездят только на старых машинах. Ой, соображай. Молчи, миллионер! А что? А, это твой личный шофер, да? Это Вася из Новгорода. Мой двоюродный брат. Кстати, Вась, познакомься. Это Наташа, вместе учились. Держи. Куда везти? Вы не могли бы мне оказать такую любезность? Включить заднюю скорость, если она у вас имеется. Имеется, но не врубается. Тогда вперед! Наташа учится в училище, театрально-художественном. Налево! Представляешь? Еще раз налево! Гримером будет! Прямо! Меняет внешний вид на внутренний! А хочешь, я тебя загримирую, а? Нет. Ну тогда стоп! Приехали! Если я не ошибаюсь, вы же здесь садились. У вас плохой глазомер. Я садилась на 10 шагов дальше. Ну, положим, глазомер у него хороший. Слушай, Над, мы тебя довезли? Довезли. Давай зови на торт, на чай, как там все положено, правильно? Товарищи миллионеры, дайте даме вылезти. Ну, ну давай. Кто? Пока, тебе надо худеть. Была там. Ой, Мариночка Петровна, привет! Ты посмотри, какой я торт купил, большой и вкусный. Значит, ты была там. Мамочка, давайте я дам кусочек. Знаешь, какой вкусный. Я очень... Зачем ты была там? А я на экскурсию ходила, мам. Там-там-та-та-там. Они хотели меня за торт, а не крошки. Помнишь, как у Монте-Кристо в доме врага не едят? Мам, ты знаешь, у меня температура до 40 повысилась. Ты была там. Ведь это предательство по отношению ко мне. Это нарушение всех нравственных норм. Мам, да прекрати, ты же не на собрании. Мне было просто интересно посмотреть, на что он постился. Мама, ты представляешь, у нее дома полный кавардак. Вещи как попало разбросаны. Прям даже неприлично. Так, значит, он ушел к ней, потому что она неряха. Не совсем. Вот ты, например, суп не готовишь. Ты полуфабрикаты покупаешь, да? А она, мам, найди чокнутая. Она прекрасно готовит. Угу. Значит, он к ней ушел из-за супа. Мама. Нет, ты знаешь, как она его называет? Ну как? Борюся. Фу! Кошачьей кличкой. Достукался. И это все? Мое поколение склонно к анализу. Ты понимаешь, жизнь у вас как прямая линия. Тебе все ясно. Наденьте кольцо, сойдите с ковра. Что можно, то можно. А что нельзя, то уж прям так нельзя. Мама, тебе нужно себя искривить, понимаешь? За гул пойти. Да,
мне предлагает путевку в Кижи. На теплоходе. Вот. Правильно, мамочка. Мам, езжай. На теплоходе, на самолете, угу. Мам, на байдарке, на чем угодно, понимаешь? Угу. Двигайся, хоть на лошади. Тебе просто необходимо переменить обстановку, мам. Да. Кулебяки хочешь, Борюсик? Нет, Марина. О, Лизок, спасибо. Я ужасно сыт. Когда мужчины не хотят есть, это так противоестественно. Мне даже кажется, что они больны. Нет. Тут написано, есть вредно, мясо вредно, тогда и жить вредно. А ты знаешь, что мне предлагают повышение? Как ты думаешь, пойти или нет? Иди на повышение. О, это ответственность, заботы. А? А? А, не иди на повышение. Но так. Все-таки заместитель. Я об этом давно думал. Не иди на повышение. Так. То есть иди на повышение. Ну да, иди на повышение. А, мужчины вообще должны делать все так, как они хотят. Как им спридет в голову. И ни о чем не думать. А, ну, вернусь к 6. Я улетела. Когда тебя бросают, надо ехать не отдыхать, а погружаться в работу с головой. Мам, да закрой зонтик, дождь уже кончился. Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит так, я лично еду на такси. Мама, Вася едет в Новгород, он там живет, и по дороге нас забросит. Да, я еду в Новгород, и по дороге вас заброшу. Ты откуда его знаешь? Генкин брат, помнишь, из 24-й квартиры? Вася каждое утро отводит меня в училище. И давно это? Всю жизнь. Какую еще жизнь? Мам, а между прочим, Вася тоже был в Кижах. А мне-то что? Ничего, просто советую посмотреть. Мам, один от тебя уже сбежал. Пусть он лучше смотрит на дорогу, скользко. Надо же, кажется, действительно скользко. Извините, приехали. Этого и следовало ожидать. Ну вот. Секунду. Безобразный водитель, безобразная машина. А мне водитель нравится. В общем, по-моему, я не успеваю. Но это и к лучшему. Прошу, надо сумку. Скорей. Вперед. Мамуля! Держи себя на высоте. Обязательно. Это что за чудовище? Вы что, лучше машины не могли найти? Не нравится? Подождем другую. Отдайте, я опаздываю. И вообще, чтобы больше я вашей машины возле моего дома не видела. Женщина не должна быть одинокой. Это я считаю неверно, тем более река, пароходы. Вы позвольте, я подсяду. Спасибо. Я отдыхаю здесь иногда. От работы, от семьи. Понимаете? Я понимаю вас. Хотите сказать, от жены? Нет, нет, не это что. Просто у меня 5 детей. 6 вот-вот. Я прихожу сюда. Я смотрю на пароходики, на реку. Я отвлекаюсь, понимаете? Я забываю о том, где мне достать денег, чтобы прокормить мою шумную ораву. Икры хотите? Один бутербродик, я с удовольствием. Пиво хотите? Нет, вообще-то я не пью. Нет, ну как же, я же буду есть вашу икру. Давайте, давайте, пить пиво на равных. Прошу вас.
Спасибо. О, смотрите, что делает. А я на теплоход опоздала. И муж меня бросил. Чего же это он вас бросил? А у меня заскоков нет, вы понимаете? Понимаю. А вы его любите? Не знаю. Мы просто жили, и все. Нет, вообще-то, когда я выходила замуж, я его любила. И он меня любил, я точно это помню. Он даже сюда из-за меня переехал. А потом, просто не знаю. А, наверное, и надо было знать. Надо было. Значит, чего-то я в жизни не понимаю. Хорошо здесь, правда? Зря я в Кижине уехала. Марина, Марина. Опять что-то? Не-не-не, ничего. Марина, где наше брачное свидетельство? Мне для суда. Послушай, что тебе не имется? Что ты бегаешь туда-сюда? Я же не виноват. Ушел и уйди. Я не пошел. Везде требуют какие-то бумаги. Курить какие... начал? Нет, это не я, это Лизочка немножко. Везде требуют какие-то бумаги, вокруг бюрократы. На, держи. Исторический документ. Зачем так? Может быть, мы по-хорошему. Зачем нам нужны эти суды, судьи, заседатели? Мы же все-таки не чужие люди. Ой, нет, от тебя можно просто с ума сойти. Как? Ты просто издеваешься надо мной. Я издеваюсь? Что я сказал? Что я сказал? Мы с тобой прожили 20 лет. Ну, 19. Ты бросаешь меня ради кого мне совершенно неизвестно. И здрасте, мы не чужие, ты меня еще в гости пригласи. О, вспомни, мы же с Лизой об этом думали. Это было бы великолепно, чтобы вы... Это было бы замечательно, если бы вы могли подружить. Могли найти общий язык, как говорят грецкие философы, чтобы вы могли... Борис, уйди. Нет. Ясно. Ты меня гонишь. Наташа не пускала. Зачем ты ее разрешила уехать с этим? А где ты ее видел с этим? Она вещи складывала и с ним поехала в Новгород. Ты в курсе? Нет. А, ну, конечно, в курсе. Он хороший парень, таксист. Таксист? Да, таксист, отличник. И на экскурсии они уехали с моего разрешения. Отношения у них, можно сказать, чисто дружеские. Ну, абсолютно... Платонические? Да, платонические. Да, да, да. Марина, ты врать не умеешь. Это я виноват. Это я подаю дочери дурной пример. Не клевещи на дочь.
Здорово, заходи, лопух. Оп, где этот? Кто? Ну, этот твой. Вы меня задушите. Ну, где этот твой брат? Кто? Из Новгорода. Кто? Из Новгорода, Вася. Быстро домашний адрес. Темно-зеленый 36. Квартира? Нету. Почему нет? Это все. А телефон? Нету. А что у него тогда есть? Илис. Он женат? Вроде нет. А был женат? Вроде нет. Ой, а дети у него на стороне есть? Не знаю, не проверял. А зачем вам дети-то? Зачем, зачем? Я еду в Новгород, мне там нужно такси. Много. Отца зовут Яков Андреевич, мать Серафима Ильинична. Запомнила? Запомнила. Яков Андреевич, Серафима Ильинична. Я способная? Очень. Да, еще запомни. Чуть не забыл. Ты приехала сюда выходить за меня замуж. Ну вот еще. Делать мне больше нечего. А чего тебе еще делать? Добрый день, Яков Андреевич. Добрый день. Здравствуйте, Серафима Ильинична. Здравствуйте. Это вам. Спасибо. Здравствуйте, Литка. Соль неси. У вас такой город красивый. Мы весь объехали. Неужели? Ну и как, машина бегала? Абсолютно нормально. Ой, мы с Васей так устали, и жутко есть хочется. Это Наташа. Нас сегодня покормит? Садитесь. Что же в Наташе значит приезжая? Я из Москвы. Из Москвы? Да. Вон как. И зачем же это вы к нам из самой Москвы пожаловали? Я зачем? И правда, зачем? А, ну да, вспомнила. Замуж выходить. Ну, и за кого же это, позвольте узнать? За меня. Господи, надо же. Так, интересно. И давно вы, барышня, знакомы с Василием? Да уж несколько дней. Ой. Ну, если перевести на часы, это уже много. А если на секунды пересчитать? Не возникай. Сколько вам лет-то, барышня? Наташа, 18. Ну, конечно. Я уже совсем старушка. Мы люди провинциальные, старомодные, старозаветные. 18 лет. Несколько дней как познакомились, и бац, в Новгород. Я ваша невестка, приказываю печь пироги. Да на какие уж пироги? Мы ж про нее не знаем ничего. Кто она, что? Что за персона? В том-то и дело. Так ведь я на ней женюсь, а не ты, Яков Андреевич. О как. Пойдем, Наташа. С будущей невесткой нельзя ссориться. Рискуете потерять сына. Всего хорошего.
Спасибо. Нам очень понравился ваш теплый прием. Васенька, вы же хотели поесть. Так, Наташа, теперь им надо дать время опомниться и взять себя в руки. Знаешь ли. Молчи, они правы. Кто прав? Молчи, они у меня замечательные люди. Адрес вашего водителя. Зовут его Василий. Василий. Ну, Василий. Лицо у него, глаза, нос, как у всех, хорошее лицо. Ой, ну зачем это мой Вася вам так до зарезу прямо понадобился? Вот как раз ваш Вася мне совсем не нужен. Это как же это? Подожди, то он вам нужен, действительно, вы его до ночи ждать собираетесь, то он вам не нужен вдруг. Дайте мне закрыть. Да не жмите. Да дайте же закрыть, да, наконец. Да вы не жмите. Я не для того из Москвы приехала, чтобы вы раздавили меня этой частной собственностью. Откуда? Из Москвы. А-а-а. А, вы, наверное, мама. Московской персоны. Подожди. Наташа не персона. Наташа очень хороший человек. Дайте я вам вытру. Хотите есть с дороги? Вы знаете, когда я нервничаю, я умираю, если хочу. Идемте. Я тебе. А что с Наташей? Замуж ваша Наташа собралась за моего. Я ваш таксопарк на части их разнесу. Адрес дайте. Все покрышки гвоздем прокалю. Вот увидите. Лицо у него, как у вас. Я из Москвы приехал. Я нервный. Нервный, нервный. Все сейчас нервные. Извиняюсь. Фу. Что вы на меня смотрите? Говорят, перед тем, как жениться, погляди на невестину мать. Невеста станет потом такой же. Эх, Васька, Васька. Я не понимаю, что вы хотите от моей дочери? А может быть, она в отца? Неужели? Да. А у него характер душевный, можно сказать, ангельский. Вы даже не представляете, что за человек у нее этот отец. Сплошное обаяние. А зачем это вам всем Вася мой понадобился, а? И кем это вы ему приходитесь? Ничего, я здесь посижу. Я хочу его поставить на место. Воды дайте, пожалуйста. А, пожалуйста. Спасибо. Он у меня увел дочку. А-а-а. Пройдите в дом. Уже. Что уже? Там уже. А ну-ка, держи. Да нет, нет, не туда. А куда? Вон туда, вот. Наташа! 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 Здрасте. Здрасте. Где Наташа? Борис, не кричи, ты не у себя дома. Здесь все-таки люди. Подойди и поцелуй меня. Я? Да. Зачем? Ну, подойди. Ну, где Наташа? Почему она лежит здесь? Лежу. А? Где Наташа? Ну, подойди. Попрошу тебя. Почему ты лежишь? Ну, подойди. Наташа, где? Быстро. Пропала наша Наташенька. Что нам теперь делать, а? Подожди. Ой, я так тебя ждала. Я так по тебе соскучилась. Домой. Не надо. Домой.
единственное, да, мое единственное утешение. Вы знаете, он мое единственное утешение в самые трудные, ответственные минуты жизни. Он моя опора. Будьте любезны, оставьте нас наедине. Нам нужно серьезно поговорить. А как же ужинать? Поговорить людям надо. Ты почему меня обнимала? Ты хочешь меня... Меня опять хочешь вернуть, что ли? Ой, какой ты недалекий. Чего? Им совсем не нужно знать, что ты от меня ушел. Почему? Что тут плохого? Я честный. Это просто бросает тень на светлый образ невесты. Почему? Наташа выходит замуж. Что? Ты с ума сошла? Я с ума не сошла. Твоя дочь сошла. Окончательно? Не знаю. Ты куда? Стой! Я сейчас. Я буду разговаривать только с водителем. Нет, со мной. Я люблю этого водителя. И приехала к нему из Москвы всего на один день. А он как назло работает. И я весь день буду ездить на машине вместе с ним. Да подождите же. А если бы я приехала к вам и любила бы вас, то я бы целый день простояла вместе с вами прямо посреди этой площади. Как тебя зовут? Витя. Улыбнись, Витя. Какой ты обаятельный. Спасибо. Ну, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Поездом ехал. Душно. Нечем дышать. А ты бы не дышал. Подождал до Новгорода. А, Новгород. Тоже здесь? А где? Я не могу с тобой оставаться в одной комнате и тем более на одном диване спать. Ну, здесь же не гостиница и... А у них нет? Нету. Лишнего дивана нету. А, понятно. А мне где? Вот здесь. Только здесь. Нет, это неприлично. Я лягу здесь. Смешно. Смешно и глупо. А почему? Ведь страшно подумать, мы с тобой прожили 20 лет. 19. Да если ты ко мне хоть посмеешь прикоснуться, даже приблизиться, я закричу на весь дом. А вот ты здесь лежишь, они войдут, что они подумают? А почему они должны прийти сюда? Почему они должны прийти сюда ночью? А может, им что-нибудь понадобится вот в этом шкафу? Ну, они будут думать, что я йог. Ой. Они подумают, что отец моей дочери душевно больной человек. А свекры так думать не должны. Ясно? Ясно. Не-не-не. Тогда подожди. Не прикасайся. Вот, минуточку. Вот это тебе. Так. А я буду здесь. Валетом. Ой, как угодно. Валетом. Что-то про валета говорят. Валетом говорят, валетом. Чего? В карты, что ли, играют? Не знаю. Марина, что с тобой? Тебе плохо? Нет. Я представляю, что если это твоя узнает, что мы сегодня... Что мы сегодня ночь провели в одной постели. Я, правда, ее никогда не видела. Но я представляю ее выражение. Ой, ложись. Сюда, ко мне. Ко мне, быстро, быстро. Ко мне. Сейчас. Марина, все-таки... Тихо, спим. Кто там?
Тихо, войдите. Извините, конечно, но вы вот тут спите, как голубки. Подожди, Яшенька, мы переживаем. Вы знаете, не приходят они. Я думаю, можно и... Скажите только честно, вы считаете, что ни у нас, ни у вас совершенно никакого нет выхода? Нет, по-моему, есть... Выход у нас один. Печь пироги. Если вы согласны, конечно, но беда-то общая. Яша, Яша, все будет хорошо, Яша. Галстук совсем помялся. Нет, ничего. Между прочим, за прошедшие годы я так привязался к тебе. Ты понимаешь, теперь я как за границей. Печатали немного. А вот чего-то важного не хватает. Да, кстати, мне предлагают повышение. Помнишь, я тебе говорил? Помню. Как ты думаешь, пойти или нет? А здесь и думать не надо. Конечно, иди. Но там ответственность много. Ерунда, все равно иди. Знаешь, говорят, на Востоке мужчина должен иметь две жены. А у них там одна жена для, ну, для этого. А другая жена приблизительно для... А ну-ка, немедленно переляг валетом. Марина. Нет, на пол. И быстро. Просить о прощальном одолжении. О каком? Скажи моим родителям доброе утро. Не трожь. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Яков Андреевич и Серафим Ильинич. Доброе утро. Я пришла сделать Васе прощальное одолжение. Мама. Доброе утро, Марина Петровна. Откуда вы? Мама, ты же едешь на пароходе в Кижи. Мне тоже так кажется. Во всяком случае, очень сильно укачивает. Мам, ну как ты сюда попала? Ну, это долгая история. Главное, я здесь. И папа твой тоже здесь. Он очень изволновался. Нашел тебя. Наташа, минуточку, можно? Борис Иванович, проходите, пожалуйста. Нет, нет, ничего, спасибо. Как ты могла, Наташенька, без разрешения поехать в Новгород с мужчиной? А ты что здесь делаешь, Борюся? Я твой папа. Бывший. А, Вася, где билет? На, место 11 нижнее. Может, ты и забыл, но ты нас с мамой бросил. Правда, мам?
Ой. И нас связывает только фамилия и отчество. И то, и другое, кстати, легко сменить. Ой, господи, надо же. А мы-то, Марина Петровна, ведь мы не знали, мы вас прямо в одну постель. Да нет, ничего, ничего. Да, семейка фирменная. Ну, я виноват, конечно. Но я ушел где-то по большой любви, понимаете? Борис Иванович, вы забыли свой портфель. Ловите. Ой, простите, пожалуйста. Ничего, ради бога. Как дела? Успокоился? Нашел Наташеньку? Нашел, но не успокоишься. Почему? Она хочет менять отчество. Ой, какие пустяки. Она не только отчество, скоро фамилию поменяет. И вообще, боюсь, она скоро замуж выйдет. Я попрошу, не называй этим дурацким именем. Паруся. Ну ладно, хорошо, не буду, Борюся. Ой, извини, пожалуйста. Да не надо извинить. Нет. А я тебе птицу прекрасную запекла с черносливом и изюмом. Посмотри, пожалуйста. Все облизывают все пальцы. Да я не хочу облизывать пальцы изюм и чернослива. Я хочу простую человеческую котлету за 12 копеек. Но... Лиза... Почему у тебя это звенит? Это модно. Извини. Алло, Наташа. Наташа. Это папа. Ну что? Наташа, как мама? Она сильно переживает. Что она делает? Да? Гуляет. От всего этого. Вот что ни говори, отдых, он все-таки, ну, расслабляет человека. Выбивает его из колеи. Ну, конечно. Да, Варвара, я же совсем забыла. Я тебе сувенир из Кижей привезла. Прошу. Ой. Нравится? Ой, я тронута до глубины, клянусь. Ой, спасибо, Мариночка Петровна. Ой. Новгород. А вы же, по-моему, из Кижей. Ты что, не знаешь нашу торговлю? В Кижи завезли Новгород, а в Новгород Кижи и все дела. Принимайте гостей, девчонки. Володя, очень приятно. Прошу вас. Давненько я не был в ЗАГСе, а у вас здесь здорово. Здесь бы каждый год бывать. Трам-пам-парам-пам. Послушайте, а вы всегда такой? Какой? Громогласный. Не только в командировке, а дома, как увижу жену, так сразу тише воды и ниже всяческой травы. Сантиметров эдак надо. Прошу к столу! Варвара, прошу объяснить, что это все значит. Он мне почти как родственник, и Володя тоже собирается в Кижи. А что тут объяснять? Есть повод. Вы из отпуска, а я в отпуск. Надо отметить. Верно, Варвара? Верно, верно. Такое удивительное совпадение. Володя тоже едет в отпуск. Пожалуйста, поделитесь с ним впечатлениями. Ему это будет очень интересно. Он едет на теплоходе в Кижи. На теплоходе? На теплоходе. На теплоходе. Расскажите, пожалуйста. Ну,
Варвара Вазу. Сейчас. Теплоход, он плывет исключительно по воде. Так, хорошо. И значит, вот ночью вода искрится, даже, можно сказать, серебрится. А когда стоишь на палубе, так, то луна, лунная дорожка, и кругом вот эти вот рыбаки. Варвара, ты где рыбаки-то? Рыбаки где? Да. А где им быть? Они на берегу. Хорошо. И причем у каждого в руках своя удочка. Так. Правда, вот ночью удочки не видны, а рыбаки видны. Не-не-не-не-не! Этому совершенно здесь не место. А что касается меня, я лично вообще не пью. Скажи, Варвара! Да-да. Нет. Да брось ты, Марина! Какая же это выпивка? Это ж так, стрельба по воробьям. Для красоты, для настроя, для жизненного тонуса. Опа! Ну, девчонки-кнопочки, со свиданицем, со знакомством. Так. И чтобы ваш план по браку был выполнен и перевыполнен. Для высокой рождаемости. Нет, нет. Я категорически протестую. Владимир, если вы едете в отпуск к Кижи, это еще не дает вам повода приходить сюда. Да брось ты, Марина! Ни в какой Кижи я не поеду. Варвара любит тебя. Подожди, дай сказать. Она мне говорит: Володя, такой начальницы свет не рождал. А ты весельчак. А я действительно весельчак. Ну, подтверди, что я весельчак. Почему? Нет, нет, продолжайте. Очень интересно. А я продолжу. Варвара, она жена моего друга. Так ведь, ты жена? Жена. Она говорит мне: Володя, ты заводной парень. Развлеки начальницу, приходи ко мне после работы. Вот я и пришел после работы. А то, говорит, у нее беда, у тебя беда. Ну, Варвара, я от тебя этого не ожидала. Значит так, вы оставайтесь, а мне здесь делать нечего. Муж, это ни в какие ворота не лезет. Я ж тебе сказал, Варвара любит тебя. Не смейте говорить мне ты! Голубушка, ты меня уж не пугай, я тебя не боюсь. Сядь. Варвара дельно придумала нас познакомить. Ты забудь, что ты начальница. Ты вспомни, что ты женщина. Причем, во, классная женщина. Что вы думаете? Это я тебе говорю. А мне можно верить. Верно, Варвара? Да. Вот, подтверждает. Значит, Варвара, ты мне ухажера нашла. Спасибо тебе за заботу. Ну, может быть, тогда это... Начнем гулять? Вот это разговор! А я сразу засек, что глаз у тебя озорной! Я еще за ней так приударю, что вся Москва ходуном ходить будет! Варвара, музыка есть? Есть! Врубай! Мариночка Петровна, вы его не слушаете! Я ничего такого не хотела, клянусь! Ладно, Марина. Давай выпьем за твое счастье. А в чем оно, счастье? Счастье-то? Счастье, пожалуй, в том, чтобы уметь, будь оно все неладно, чувствовать себя счастливым. Правил он, как бог, страною и людьми. С
Звался он Луи Второй, звался он Луи Второй. Но, впрочем, песня не о нем, а о любви. В те времена жила красавица одна, у стен дворца она пасла гусей. Но для Луи была милее всех она. А меня муж бросил! Вот подлец! Он не подлец, он дурак! Таких не бросают, а на руках носят! Врешь! Лично я, Марина, никогда не вру! Не имеешь такой привычки? Точно! А ты откуда знаешь? Догадываюсь! Я вот что тебе скажу. Вначале я дурака валял, а теперь ты в Москве для меня первый друг. Точно. Намек понял. Только найди себе помоложе. Да ну, ты о чем? Разве я на такого похож? Вроде не похож. Ну вот. Понимаешь? Понимаю. Ну, будь здоров. Будь здоров. Только вот не понимаешь. Вот послушай, послушай. Когда я был молодой, я боролся в полусреднем. Иной раз выходишь на ковер и чувствуешь, не потянешь. Не пошло у тебя. Тяжко тебе. Тогда уползаешь с ковра и все дела. Я к чему это? Я с тобой по-честному, как на ковре. Я тебе говорю, здорово ты мне понравилась, как женщина и как товарищ. Знаешь, напои меня чаем. Жутко есть хочу. Слушай, товарищ, сойди с ковра и пошли пить чай. Спасибо. Пошли. Пошли. Самогут колорадин, самогут колорадин. Молоко. Сейчас. Соль. Ага, соль. Прошу. Масло. Масло. Мука. Мука. А? Блюдо. Поглубже. Сейчас. Мам, что это за акселерат? Пойди познакомься. Быстро, 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 пошли, пошли. Ну, мам. Познакомься, моя дочь. Очень приятно. А как зовут-то? Наташа. И у меня дочь Наташа. Вот здорово. И дочь такая же задавала. Потому что такая же красивая. Угу. Деваться от ее красоты некуда. Ну, что стоишь-то? Давай работать. Мам, ну что здесь происходит? А я в загуле, у меня заскок. Я учусь готовить. Правда, Володя? Правда, правда. Давай, дай ей ложку, пожалуйста. Сейчас? Она будет работать. С удовольствием. Правда? Мама, где ты его взяла? Тише. Меня никто не брал. Я сам нашелся. А если будешь так со мной разговаривать, я свяжу тебя и посажу к телевизору. Опа! Гость, открывай! Ну, куда ты льешь? Ой, мимо. Вы? Я. Здрасте. Здрасте. Можно? Можно? Я... Узнаете? Конечно. А можно к... К маме? Маме. Она на кухне. Проходите. Только она там не одна, а с Володей. С каким Володей? Ну, со своим Володей. А, так у нее есть Володя? О, это хорошо. Это большая удача для всех нас. Мама! К тебе. Хорошо, там в ящике. Здравствуйте. Здрасте. Что? Новая жена бывшего мужа.
Кого? Бывшего мужа. Жена новая. Ой. Ой, простите. Здрасте. Здрасте. Раздеваемся, берем нож, режем помидоры. Нет, 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 спасибо. Я на минуточку. Мариночка Петровна, я к вам по делу. Понимаете, Мариночка Петровна, мой Борюся... Ваш он... Борюся. Что вы говорите? Ваш Борюся. Ах, ну да, наш Борюся. Наш Борюся, он совсем не может без Наташеньки. У него шея дергается. Вот так. Достукался. Он от пищи отказывается. Он не спит по ночам. Он никак, он не может без контакта с дочерью. Он... Контакта не будет. Ну вот, пожалуйста, вам ответили. Да, ну как же быть? Ну, ну что ж, возьмите его тогда обратно. М? Что вы? Пользоваться чужим мужем? Я? Извините, никогда. А, ну вы его тогда насовсем возьмите. Послушайте, я вам его взаймы не давала и обратно не прошу. Зря я, наверное, сюда пришла. Но я вообще-то думала, что люди должны помогать друг другу. Жизнь такая сложная вещь, так много проблем. Люди должны объединяться, относиться друг к другу по-братски. То есть я хотела сказать по сестре, ну, в общем, с пониманием проблем. Столько глубоких проблем. Мужчины такая редкость. Мужчин надо беречь. Садитесь, подвезу. Марина Петровна. Я на такси не езжу. Здравствуй. Здравствуйте. Как ты здесь оказался? А я с сегодняшнего дня работаю в Москве. Ты настырный и бессовестный. Ведь ей нет еще 18. Миленький, на Казанский подвезешь срочно, а? Садитесь. Этот недостаток ей можно простить. В наших отношениях наметился явный прогресс. В чем ты видишь прогресс? Вы стали говорить мне «ты». Безобразие. Ты опаздываешь на работу? Пропусти. Нет, не пущу. Нет, не пущу. Пусти, меня ждут посетители. Пусть подождут, с ними ничего не будет. Ты можешь мне объяснить, что это все значит? Мы с тобой прожили 20 лет. 19. Нет, 20. Нет, 19. Нет, 20. Мне надоели твои уточнения. Как тебе не стыдно? Это тебе стыдно. Стоило бы мне от тебя отлучиться, как ты заводишь себе верзины с мышцами. А? Ты, Володя, не трогай. А почему не он трогать? Он высокий, симпатичный, он низкий, порядочный, он, нет, и не виляет, как некоторые. Это я некоторые? Да? А тогда не знаешь, кто? Ты распущенная, ты беспутная. Посмотрите, она смеется. Я все поняла. Ты закатываешь мне сцену? Какую?
типичную сцену ревности. Да. Ты меня ревнуешь? Нет, не ревную, нет. Да, сам нет, ушел другой, меня ревнуешь? Этого не хватало. Ну, конечно, ревнуешь. Я не ревную. Да мне все ясно. Чего? Ты без меня жить не можешь. Да? Нет, могу. Нет. Могу. Не можешь? Я говорю да. Нет. Да. Что? Да. Что да? Да, это нет. Значит, нет. Ну, я о дочери думаю. Ты знаешь, какой пример ты подаешь дочери? Какой? Дурной. Ах так? Значит, я даю тебе развод без суда. Пошли. Пошли. А у меня нет с собой заявления. Новое написать, пара пустяков. Хорошо. А паспорт? Нужен. Но у меня нет паспорта. Ты просто уже не хочешь со мной разводиться. Хочу. Я принесу паспорт и заявлю. Неси. Здравствуйте. 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 Наташка, привет. Мамочка, что я хочу тебе сказать? Я сама хочу тебе что-то сказать. Мам, ну послушай меня. Мама. Наташка, минутку, послушай. Ну ладно, говори. Сегодня твой отец закатил мне на улице такую сцену ревности. Мама. Ты себе не представляешь. Он, наверное, меня бы убил, если бы не было столько прохожих вокруг. Мам, понимаешь, наш папа — это этап прошедший. Ну теперь послушай, что я хочу тебе сказать, мама. Это никому не известно. А может быть, будущий. Он готов был меня растерзать. Ой. Он просто без меня жить не может. Ну не может, не может, и все. Мама, а ты что, его обратно пустишь, да? Я прожила с ним 20 лет. Ну, допустим, не 20, а 19. А ты уверена, что он снова не сбежит? Знаешь, как говорится, хорошо там, где нас нет. А он побывал там. И выходит, что лучше, где мы есть. Вот. Суета-сует. А ты здорово похожа на отца. Особенно глаза. По-моему, Вася. Мама, откуда ты знаешь, что это он? Догадываюсь. Мам, ну понимаешь, я его пригласила к нам поужинать. Ну черт знает что. У меня, можно сказать, первый раз в жизни прекрасное настроение, почти на носу личное счастье, а здесь трах-бах, Вася. Мамочка, не волнуйся, я никогда в жизни замуж не выйду. Правильно сделаешь? Да. А впрочем, не знаю. Сними парик на всякий случай. Здравствуйте, товарищи. Здравствуй, доченька. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, родные. Яшенька, неси вещи. А где же Вася? Так. А мог бы. А Васи пока нет. Ну ничего, мы подождем. Мы надолго. Мы недели на две. Недели на две. Угу. А Василий-то где же? А Вася на работе или у себя в общежитии? А-а-а. Так. У себя? Угу. Ну? Мама. Здравствуй, доченька, родные. Поехали на вокзал. Я-то что? Мам, ну сделай что-нибудь. Поставьте чемоданы. Яков Андреевич. Значит так, пока они не расписаны, Вася не может жить у нас. Я не могу этого допустить. Все нужно делать по правилам. Вы согласны? Согласны. Нет, я понимаю. Ну и прекрасно. Проходите. Спасибо. Раздевайтесь, пожалуйста. Чувствуйте себя как дома. Спасибо. Располагайтесь, сейчас будем ужинать. Спасибо. Иди угощай родственников. Если меня тоже пригласят, я, пожалуй, поужинаю. Ну, это уж полный прогресс. Ну, тебя все... Простите, у вас иголка есть. Ах, извините, иголка не найдется. Дорогие молодожены,
Сегодня в вашей жизни самый радостный и самый счастливый день. Теперь по большому жизненному пути вы пойдете рядом рука об руку. Берегите ваш союз. Будьте счастливы. Уважаемые родители и гости, просим вас присоединиться к нашим поздравлениям и пожелать счастья молодым супругам. Прошу. Пожалуйста, только не на ковре. Варвара, готовь следующих.